Старую русскую традицию боев деревня на деревню возрождают в Пушкино жители Полевого проезда и Нацоновской улицы. Первыми баррикады начали строить жители Полевого проезда. Несколько раз жители этой улицы перекрывали ее. Мы силами администрации убирали, ведь изначально это были просто ветки деревьев, они перекрыли, мы их вывезли. Потом они на этих же местах поставили большие бетонные блоки, мы их убрали. На этот раз находчивые полевчане перекрыли улицу бетонными кольцами. Дать комментарий областному журналисту и ответить на вечный вопрос, кто виноват, попыталась компетентная комиссия. Кто блоками загораживает улицу? Ну, кто? Вот, видимо, там, кто вот живет, и люди, которые в этом заинтересованы. Там тоже большие дома. Вот и пожаловались жители Нацоновской на увеличившийся транспортный поток московского транзита. Правда, у руководства города свое мнение. Совершенно ничего не изменится, абсолютно. Просто абсолютно поток с Красноармейской пойдет по этой улице. Вот с Красноармейской. Только будет еще одна улица забита. Будет что забито Полевая и Пионерская, вот и все. Смысл в чем? Есть несколько лучей. Нацоновская, один из этих лучей, центральный, да, который проходит через, является основной артерией прохождения через город. Решение вопроса, по мнению мэра, есть. И только одно. Есть проект, который позволяет произвести реконструкцию улицы Учинская, для того, чтобы вывести основной поток, который идет по нашей ленточке, да, на Ярославку. Улица Учинская расширяется до 4 полос, по 2 полосы в каждую сторону. И тем самым снимается напряжение прохода через город. На секунду показалось, при такой очевидности ответа на второй вечный вопрос, что делать, хотя бы одной головной болью станет меньше. В связи с тем, что на выполнение проекта деньги были найдены, и несколько раз в бюджете и областном предусматривались деньги, но выделены не были ни разу. Все узнал пытливый областной коллега. И схему проезда через наш город московских дачников, и количество снесенных баррикад на Полевом. Вот только главный вопрос, где деньги, не прозвучал. Или это не входило в редакционное задание? Мы можем только усугубить, ухудшить положение людей, живущих на этой улице, но это ни в коем случае не приведет к улучшению людей, которые живут на Нацоновской. Совершенно. Здесь одно только решение.